Армия безработных французов растет. В июне установлен новый исторический рекорд. По официальным данным Министерства труда Франции, уровень безработицы достиг 11,2%. Нетрудоустроены 27% молодых французов. Более чем один из четырех до 25 лет без работы. Если в мае работы не имели 3 миллиона 264 тысячи человек, то в июне эта цифра увеличилась на 0,5% до 3 миллионов 279 тысяч человек. Президент Французской Республики Франсуа Олланд пытается и на этом печальном фоне демонстрировать оптимизм, без устали обещая переломить ситуацию с безработицей к концу текущего года. И это при том, что даже по официальным прогнозам экономического роста во Франции в этом году практически не предвидится.